Почти год продавец из ближнего зарубежья торгует здесь овощами. Аренда посильная, точка бойкая. И несмотря на то, что департамент потребительского рынка давно предупреждал, что киоск будут демонтировать, уходить со стихийного рынка на Старозагорье торговец не спешил. Нам говорили давно, да, очень давно говорили уже, говорят, увозят. Но просто мы еще ждали. Ну, товар не возили, ждали, когда будет увозить, чтобы мы знали. Вот. Потом вчера пришли, сказали, сегодня 10 часов должны убрать, резко. Резко должны убрать. И у нас товар очень много здесь. И вот, и сейчас не знаем, что делать. Надо распродавать. Продолжение реконструкции улицы Старозагора жители воспринимают на ура. И даже готовы приобретать фрукты и овощи в других, более отдаленных местах. Я живу на Старой Загоре. Для меня это самая лучшая улица, самая красивая, самая замечательная. То, что с ней сделали, это, конечно, шикарно. Ну, вот такие вот сараи нужно убирать однозначно. В промышленном районе Самары 53 незаконных киоска. Большинство расположены по гостевому маршруту. Поэтому все они будут вывезены до чемпионата мира по футболу. Во всей Самаре нелегальных лотков больше 400. И все они должны покинуть улицы. Сейчас будет производиться вывоз. С последующим размещением этих торговых объектов на штрафстоянку. Если собственник изъявит желание забрать свой торговый объект, он приходит в департамент потребительского рынка с документами, подтверждающими факт владения, вот, платит за... возмещает расходы на вывоз, возмещает простой на штрафстоянку, и потом, если все это происходит, мы отдаем ему торговый объект. Стоимость вывоза одного киоска – 9 тысяч рублей. Простой на штрафстоянке – 3 рубля 50 копеек за 1 квадратный метр площади. Плюс штраф за незаконную торговлю – 5 тысяч рублей. Поэтому многие владельцы за своими киосками уже не возвращаются. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.